конечно, выходные можно ограничиться походами в кино и по магазинам, но культурный горожанин обязательно заглянет и в музей. Сегодня покажем самый большой не только в Тюмени, но и во всей Тюменской области. Это не просто музей. Музейно-просветительское объединение – самый долгожданный культурный объект города. Цифры впечатляют. Уникальная сокровищница региона на Советской – почти 30 тысяч квадратов. Это больше, чем музей Пушкина в Москве и почти как Третьяковская галерея. В нашем 5 залов на 7 уровнях. Здесь не только картины маслом на суд зрителя, искусство в самых неожиданных формах, включая интерактивные тач-столы. Амфитеатр на 300 мест. Сиденья мягче не придумаешь. А в черную комнату вход для самых смелых. Здесь показывают компьютерные инсталляции. Музей одновременно может принять 1000 человек. В комплексе 60 сотрудников. 9000 квадратов занимает только фондохранилище. Это 20 уникальных коллекций, 400 тысяч экспонатов, ровно как и в Парижском Лувре. Здесь самое ценное – это классика. Например, это портрет императрицы Марии Федоровны, пера Боровиковского. Три зала фондов – это только живопись. Здесь можно найти шедевры Айвазовского, Репина и Шишкина. Кстати, в сокровищнице особая система пожаротушения и климат-контроля. Последняя поддерживает особую температуру и влажность. И что приятно, в самый большой музей области бесплатный вход для многих категорий населения. Причин посетить новый музейный комплекс немало. А если у вас на примете есть другие объекты-рекордсмены, пишите в группу ВКонтакте, и мы покажем.